Это лиричная комедия. Молодой человек случайно делает предложение девушке. Она на это соглашается, естественно. Он в шоке, он не сильно этого хотел. И вот это событие повторяется в течение 6 сцен, но от лица каждого персонажа. И то есть мы видим абсолютно разные 6 историй. Да. Смысл на самом деле в том, что никто из нас не является очевидцем происходящего. Только некий сторонний наблюдатель, не заинтересованный в событии, может ответить на вопрос, как все происходило на самом деле. Вообще пьеса называется в оригинале «Воспоминания». У нас есть воспоминания, но мы не можем им доверять. Они могут быть искажены под влиянием алкоголя, памяти, времени, каких-то субъективных наших желаний. Извиняюсь, что немного запоздал. Премьера состоится 12 ноября, бесплатная для зрителей. И это было условие гранта, который нам предоставил Российский фонд культуры или Министерство культуры Российской Федерации. Вот, вот! Готово. Видите? Пейте коньяк.